Осторожно, окрашено. Сотрудники местной администрации и городского архива обновили внешний вид лавочек на Старом Арбате. Поводом провести несколько часов на свежем воздухе и поучаствовать в благоустройстве общественного пространства стал субботник. Традиционно это уборка мусора, прошлогодней травы, побелка деревьев. Конечно, каждый раз, когда объявляются субботники, мы принимаем активное участие в них и выезжаем, проводим определенные работы. Красим лавочки, моем фонари малой архитектурной формы. Собственно говоря, это, я считаю, что каждый житель нашего города, тот, кто его любит, должен проявить свою активную гражданскую позицию. Не остались в стороне от городского субботника и суворовцы. Взяли в руки лопаты, метлы, грабли, мешки и совместными усилиями убрали 1,5 тонны мусора. Порядок в парке «Зеленый остров» навели за 2 часа. Здесь медиа-субботник проводим, чтобы как бы было чисто людям, точнее, городу всему было как-то спокойней. Вот. Твой вклад какой был? Чем занимался? Подметал лопатой, убирал листья тоже. Напомним, Уссурийск присоединился ко Всероссийскому субботнику 22 апреля. Исторически эта традиция связана с днем рождения Владимира Ленина. Поучаствовали все категории горожан, навели порядок в парках, скверах и на придомовых территориях. Полина Мельниченко, Алексей Максимов, Телемикс.